Всем привет, с вами Алексей. Хочу показать вам погоду у нас в Харьковской области. То есть обещают до минус 14, уже несколько ночей очень холодно. Очень много снега выпало. Видите, вот тут прикопы фундука. И вот оно здесь получается хорошо засыпано. С одной стороны это очень хорошо. С другой стороны, никому это все теперь не нужно, потому что новая почта не работает. И, ну, есть заказы так по местному. В общем, по местному, кто местное захотели, те, ну, там такое ограниченное количество. Скорее всего, если живы будем, так оставлю здесь в прикопах. Пусть они будут до осени там, дай бог, может, все будет нормально тогда уже. Ну, пригибать насчет пригибок. Пока рано о чем-то вообще говорить, потому что сейчас вообще непонятно, что дальше будет. Так, все. Ну, самое главное, хотел просто попросить вас, если вы высадили раньше особенно, или в прикопе молодые растения, или вы уже смотрите, допустим, что как бы почка подраспустилась. У меня почки не распустились. Ну, нет, не распустились. Так, где-то что-то немножко позеленее стали на некоторых трапезундах. Но не критично, вообще не критично. Если у вас уже почки пораскрылись и листочки, и, соответственно, ночью минусовая температура. Что такое минусовая температура? Допустим, ну, показывается минус, там, ну, минус 2 обещают, то на грунте может быть, соответственно, все минус 5. Поэтому, конечно, такие товарищи, как Шедевр, Трапезунд, они прям вот очень спешат, очень любят побыстрее. То, конечно, надо за ними посмотреть. Давайте глянем. Взрослый Трапезунд не подходил. Не подходил ко мне. Сейчас посмотрим. Ну, почки нет. Не раскрытая почка. Ни листочков никаких нет, ничего. Самое главное, чтобы не было листков. Все, то есть маленькие растения рекомендую прикрыть. Я неоднократно рассказывал, как это делается на своем канале. Ну, у кого уже листочки минус 5, соответственно, обязательно прикрываем. Вот. Там и ведро поможет, допустим, и пакеты, то есть ставятся палочки, и на них натягивается сверху пакет, мешок полиэтиленовые, даже вот мусорными пакетами у меня ребята прикрывали, остались очень довольны. То есть Шедевр в полях вообще без проблем, все выжило, все супер. Все, на этом буду заканчивать. Всем огромный привет из Харькова, всем спасибо, кто смотрел, всем мира и добра, и всем пока.